По утверждению специалистов, тигра даже в дикой природе сейчас можно встретить крайне редко. Крупная хищная кошка находится под международной охраной, как вид, которому угрожает исчезновение. На Всемирном тигрином саммите в 2010 году было принято решение об учреждении праздника, цель которого – обратить внимание общественности на проблему сохранения популяции этих животных. Благодаря этому численность полосатых хищников в последние годы увеличивается. Россия входит в число стран, где меры по сохранению вида оказались успешными. На территории нашей страны обитает 95% популяции самого крупного в мире амурского тигра. В Самарском зоопарке можно увидеть сразу двух представителей этого вида – самца по кличке Кактус и самку Кассандру. Амурские тигры у нас звезды нашего зоопарка. Это крупная, очень представительная, интересная кошка. Ну и, естественно, такому животному мы посвящаем мероприятие. Ежегодно проводим день рождения и день амурского тигра. Кассандра в скором времени отпразднует свой 9-й день рождения. А вот кактус живет в зоопарке уже на протяжении долгих 15 лет. Работники отмечают, что это очень серьезный возраст для тигриного представителя. В дикой природе продолжительность жизни тигра в среднем составляет около 10 лет. Сейчас кактус у нас такой более вредный стал, что ли, с возрастом, так скажем так. Пенсионер. Вот. Раньше он достаточно долго был игривым, постоянно носился, прыгал, скакал. Сейчас он более степенный, расслабленный, ему надо поесть и полежать, все. При хорошем уходе любое животное сможет прожить долгие годы, значительно превышая возрастной порог своих диких собратьев. Во многом это зависит и от отсутствия необходимости искать себе пропитание. Тигр – животное немаленькое. Взрослая особь съедает в день от 8 до 13 килограммов мяса. На рацион питания обращают пристальное внимание. Пища, которую животное потребляет в неволе, не должна слишком сильно отличаться от природной, чтобы не навредить здоровому организму. По внешнему виду можно определить состояние здоровья животного. Один из главных показателей – это шерсть. Из 9 известных подвидов тигра в настоящее время сохранилось только 6. Бенгальский – самый многочисленный подвид, обитающий в Индии. Численность амурских тигров по сравнению с бенгальскими меньше практически в 3 раза. Это один из самых крупных видов, привычной средой обитания для которого считается Хабаровский край России и северо-восток Китая. А звание самого маленького из существующих подвидов достается суматранскому тигру, вес которого достигает всего 150 килограммов. Этот подвид обитает только на индонезийском острове Суматра. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.